И о спорте. Поморский богатырь Антон Солодов установил новый рекорд России по пауэрлифтингу в приседании со штангой, а также улучшил личную сумму троеборья на 55 килограммов. Таких немыслимых результатов Антон Солодов добился на Кубке России по классическому троеборью в Арзамасе. Наш атлет выступал в весовой категории свыше 120 килограммов и выжил от груди 205. В упражнении «Становая тяга» взял вес в 340 килограммов, а в приседании со штангой выжил рекордные 370. Но и таким блестящим выступлением Антон остался доволен не на 100%. Это изначально в плане подготовки было именно запланировано попытка установления рекорда России именно в приседаниях. Но также была попытка установления рекорда в сумме троеборья. К сожалению, последний подход на становой тяге не получилось это сделать, поэтому, в принципе, те задачи, которые ставились, ну, можно сказать, выполнены наполовину, да. Ну, соответственно, то, что я выиграю Кубок России, это даже как бы не было никаких сомнений. Сейчас спортсмен Антон Солодов будет готовиться к чемпионату России, который состоится в Тюмени в феврале 2018 года. Но у поморского богатыря есть еще две ипостаси. Как тренер он успевает готовить атлетов, а как председатель Федерации пауэрлифтинга столицы Поморья Антон Солодов приглашает всех атлетов и любителей этого вида спорта на чемпионат и первенство области. Турнир пройдет в Архангельске с 10 по 12 ноября по адресу Вычегодская улица, 19, корпус 2. Константин Мухин, «Время региона».